Модель новая, понимаешь, у него хорошее состояние, отличное. Салон в идеальном состоянии, не протертый, ничего, ни одной коцинки нету. Не битая, не царапанная, понимаешь, все, внешний вид просто тоже идеальный. Цена хорошая, не думай, покупай, не найдешь в таком состоянии машину. Да, я понял, брат, но, блин, машина же капризная конкретно. Блин, может в любом месте заглохнуть и остановиться. Не, я это понимаю, поэтому я машину продаю в комплекте. Какой комплект? Ну, покупаешь Range Rover, и сзади всегда рядом будет ехать мой братишка. Ассалам алейкум, мой новый братан! Все, машина заглохла, к нему пересела, уехала, без проблем. Беру, давай. Короче, пацаны, вы же знаете же меня, я жестко дерусь же. Один раз, прикинь, на районе с пацанами рамсю, короче, и меня кто-то на видео технично снял, оказывается, прикинь, и по WhatsApp Дани Уайту отправил. И мне на следующий день, прикинь, все семерки звонят, я да, беру, ну. Алло, Дана Уайт, прикинь. Я говорю, да, Дана, говорю. Он говорит, братуха, я видел твой бой, говорит, подтягивайся в Америку, говорит. Мы с пацанами долго не думали, в Бэху садимся и в Америку выкатываем, прикинь, на трассу. Бэггазе приезжаем, там тренера, жесткие бойцы, прикинь. Я, не, знаете ж, долго не базарю, братан. Пэнг! Всех уронил, тренера нечаянно уронил, прикинь. Бэггазе мне Дана Уайт подходит, говорит, слушай, как тебя зовут? Говорит, я говорю, Жако меня зовут, говорит. Эй, Жако, сим, базаржоксен, говорит, пойдем к нам в UFC, дик, прикинь. Так же было, да, братан, скажи? Да. Он просто стеснительный пацан, он не признает. Что, серьезно? Серьезно, братан, да? Отвечаю, да? Отвечаю, братан, да? Большие города. Кент, который всегда обижается. Пацаны, пойдемте похаваем? Не, брат, мы только что похавали. И что, меня позвать не вариант было? Че, Маток, сыночек твой? Да ничего, нормально, уже годик скоро. Серьезно? В смысле, сыночек? В смысле, ну, Хамат. Типа твой сын? Да, я тебе не говорю. Ладно, брат, я пошел. Че ты куда? Да меня поздравить, мама моей девушки с днем рождения. А че ты меня с собой не возьмешь? Жандос, может хватит на всякой херни обижаться? И вот так постоянно, куда так делать? Да я не обижаюсь, да, я же угораю. Блин, чего он же сейчас Челси хочет делать? Да. Салам, пацаны. О, салам алейкум, брат, халайсин. Ничего нормально. А, кстати, познакомимся. Это вот Арнат, друг мой. Это вот Тима. Кент. Все, раззнакомство очень приятно. Да. Угу. А, сейчас, повесь, пацаны, меня там тут. Ладно, я сейчас быстро, быстро. Братан, ты куда? Не уходи, не уходи. Эмир, сайкал, хайда гет парацин, тезрик, кирш. Блин, неловкая ситуация. О чем поговорить-то теперь, а с ним? Блин, даже не знаю, о чем говорить. Капец, неловкая ситуация. А ты футбол смотришь? Не, вообще не увлекаюсь. Ты увидишь, Акбас, где ходишь, а? Где ходишь? Айван десишь, сайкал. Че там, пацаны? Блин, кстати, давайте сегодня в баню сходим. Давай, пойдем. Поехали, блин. Лучше за эти деньги Бурж-Халифу построить. Ты где вообще стоишь? Ебать! Нихуя! Уродец какой-то. Для аннигиляции нашей расы человеческий вид слишком мал. Эта планета нам не подходит. Съебываемся отсюда на... Нихуя себе! Мерлик, но на самом деле я устала. Если ты меня будешь поддерживать, никто из твоих родственников мне претензий не будет иметь. Никто трогать меня не будет. Вот надеюсь, полчаса то, что я тебе здесь говорила, ты это поймешь и примешь. Подачки? Вот это же самая главная поддержка мужа. Чтобы когда муж жену поддерживает, всегда гармония в семье. Тогда вот они все увидят... Блин, по идее, старшеклассник, капец, взрослые, да? Я еще видел один из них, на машине вчера приехал. Видел, да, у Дани парень в универе учится. Камгу, мужиков же. Взрослый, капец. Не, ну первый курс это фигня. Вот четвертый курс, они прям взрослые. У них практика, они работают. Они уже дядьки вообще. Да у меня практика без зарплаты. А вот те, кто постарше, у них стабильный заработок. Они сами себя обеспечивают. Ну, живут для себя, блин. Да, вот в детском саду кайф же было. Да тебе тихий час давали, кормили еще. Почему тогда не спал? Вообще нахрена взрослеть торопился? Фигня какая-то. Я Азимжан Саидбаев, основатель компании Real Estate Global. Мое состояние 3 миллиарда долларов. Владею сетью агентств недвижимости по всему миру. Сделай правильный выбор. Вкладывай в недвижимость.
Я Рахмон Саятович, владелец сети компании IT Technology. Мое состояние 6 миллиардов долларов. Сделайте правильный выбор, вкладывайтесь в IT. Я Бахтбек Урумбаев, мое состояние 10 миллиардов долларов. Я основатель сети платных туалетов Казахстана Чхак Корпорейшн. Не сдерживайтесь, выкладывайте все, что у вас есть. Болдыма? Я болд. Давай вот сюда платный туалет поставим, есть здесь, да? Да, и Баха была, и Мэрс был. Ой, со сошки не выходишь. Камри, ой. Камри, ой, братан, камри. Я вот 5 лет езжу, даже колодки не менял. Только фильтр и масло, и то раз в год. Камри же ты, это же Камри. По городу 12 только. Вот на трассе вообще бензин нюхаю. Я 3/5 взял бы, всех бы на трассе. Ну, Камри же, братан, Камри, ой. 100 тысяч пробег, вот салон, говоришь, новый, ой, идеальный, ой. Ну это Камри, братан, Камри. У меня в начале 20-ка была, потом на 35-ку пересел. Сороковку купил, потом вот 55-ка. Базар, нет, базар? Да, 9 миллионов купил, до сих пор 9 миллионов стоит. Ну это Камри же, братан. Ну я этот, походу, продавать буду, другую куплю. А что, какую купишь? Новый Камри. А, ну да, Камри, ой, братан. Камри, ну Камри. Вон, 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 вон. Ты камень бери быстрее. Быстрее давай. Вы что делаете? А, извините, мы подумали, что вы тюлень. Какой тюлень? Это человек здесь плавает, отдыхает. Это же Капчагай. Откуда здесь тюлень? Тем более тюлень, это животное же. А? Что, животных убивать надо, что ли? Иди отсюда вообще. Извините. Дурки. Знаешь, что я думаю, Мир? Сейчас карантин закончится, себе двухэтажный коттедж построю с бассейном. О, это так круто, брат. А я думаю, когда карантин закончится, я себе бизнес-центр прям в центре города открою. Ну слушай, это очень пафосно. Да. Я думаю, сейчас карантин закончится, себе 570-й Lexus куплю. О, это так по-казахски, брат. А я думаю, когда вот карантин закончится, я про себя кино сниму, и в главных ролях будет Брэд Питт. Но крутивизна прям прет. Да. Вообще нам повезло, да, что суббота-воскресенье автобусы не едут. Да, не говори. На таксоваться можно до усрачки. Денег море. Че, каких клиентов будешь выбирать? Давай ты бери. Вон тех, что справа, я тех, что слева. Все. Такси по городу, такси. На работу потом, документы я взял, уже тебя отнес. Ну потом. О, мама дома, да? Да. Все хорошо, да. Свои дети? Да. Че даже не поздоровались? Че, здороваться не можешь научиться, что ли, брат? Вот потом не удивляйся, дети вырастут, что не уважают тебя, взрослых, старших, никого не уважают. С самого детства надо учить здороваться. Ассаламу алейкум, когда говоришь, это уже желаешь мир, милость. Аллах уже желаешь, брат. Это очень важно, учи. А то он соседи ходит, не здоровается, во дворе никто не здоровается. Вот с таких, как ты, начинается. Даже дети поздороваться не учишь. Брат, они здороваются. Просто они знают, что ты мне деньги должен. Поэтому не здороваются. Эй, я же тебе вернул деньги, я тебе же скидывал на карточку. А, ты вернул же, да? Амир Хаматрам, поздоровайся быстро. Ассаламу алейкум.